Йоху! Всем привет! Меня зовут Артём, и смотри на собираешь чинил. И раньше я купил топовую экипировку за жетон. И теперь мы писали, что самый настоящий терминатор. Как же долго я этого ждал? Ну, наконец-то. Короче, что? Надо мир закачать рейса до 700. Да можно даже до 750, ну если получится. Увы, это крит. 55% вообще просто. Просто нет слов, ладно. Потом короче все старые вещи наши. Такие же недорогие. Ну что ж, неплохо, так неплохо. Такая цена у них. Мне нравится там. Очень нравится там. Ладно. Ну что ж, качаем меткость нашу. Как можно сильнее прокачиваем. А то ее очень маловато до 55 уровня. Это я и сам знаю. Надо срочно накачивать ее. И как можно быстрее. Так, что тут с подарками? О, Таян, спасибо за корму. Тройной сразу, ну ты даешь. Так что там дальше тут. О, Симон, спасибо тоже за корм. Тройной еще. Спасибо, ребят. Так, что там тут дальше? Так, о, спасибо за ошейник, Никита. Так, открываем дальше. Что у нас тут еще есть? Так. Еще два корма. Так, спасибо, Таян, еще тройной один. Красава вообще. О, еще. Ну ты даешь. Еще тройной. Вот это да. Громадное спасибо. Вот еще один ошейник от Артема. Спасибо. Так, и еще ошейник от Ивана. Тебе тоже спасибо, Иван. И еще один Иван подарил балалайку. Тоже спасибо. Короче, всем спасибо за подарки, кто отправляет. Так, спасибо за ошейник Мишанин. И Тимуру спасибо за маску. Все. Мы открыли все подарки. Так, пошли, короче, обменивать коллекции. Так. Это больше не буду трогать ни за что, мне он больше вообще не нужен. Я бы не буду на 35 уровне подольше сидеть, очень долго сидеть. Так что забьем, наверное, этот опыт наконец-то. Будем играть только пыльки, все. До 35-го докачался, и на этом хватит. Больше спешить некуда. Так, палатки. Так, что еще раз тут есть? Мы задание посмотреть, то взять 10 подарков. Окей, без проблем. Эйвип старался есть, по-моему, 20. Так, все подарил всем. По-быстрому. Так, контрабандисты и шпионы. Я, конечно, выбираю шпионов. Так, куда-то докачаем еще меткость. Пока возможность есть. Нормально. Так, давайте батарейку лишнюю берем. Сундук наш. Чтобы там место не занимало просто так. Да блин, опять забыл зарплату взять. Ну как так? Уже третий раз забываю. Так, давайте попробуем еще раз бить исходиться. Перед тем, как на Киевскую пойдем. Сейчас я точно там завалю. На изи сейчас завалю. Вот, и вот и все. Так, вип-статус отлично. Прицел мне нафиг не нужен, да, тяжелого оружия. Зато мне пуйки еще даем. Целую кучу пуйк. Подадут опыта многовато, когда 1200. Ну ладно.
Так, отлично. Я хочу качнем меткость нашу. О, да. Так, хорошо, ладно. Что у нас тут на новой станции, на библиотеке Ленина? Ну, персонаж сам уже на истеме над ужин. Так, короче, потратить еще энергию снова тут. Качаем меткость. Так, собрал тут набор флешды. Такая, флешером. Так, давайте печку так-нибудь сюда поставим. Что красиво было. Так. Стоп, пошли хоть обратно в библиотеку. Так, не знаю, пройдите библиотека этого. Сейчас, и можно как-нибудь попозже этого жить. Просто не хочу жить, лишний опыт получать. Мне, наверное, целую кучу дадут его с этим вылазким. Мне, наверное, за каждый раз по 3000 дают, там, я забыл, сколько там было. Короче, не знаю, сейчас проходите, и потом лучше начать попозже. Короче, надо будет все обдумать. Так. Ну, так, короче, посуда играет, ему дадут очень такую мощную вещь. Думаю, пока спешить не стоит. Ему там через неделю попробую подхожу библиотекой с этим возможным. Хотя можно и завтра попробовать. Ладно, хочу подумаю. Пошли на мост по-быстрому. Так. Ну, задание. Авторитет. Есть у меня должок из бандитов. Дорожки наши разошлись. Ну, за ним должок остался. Учти, они своим не доверяют. Что уж говорить про сталкеров. Да, что авторитет у бандитов придется там заработать. Да, только мне этого не хватало. Бандитам помогать, запутаться. Ну, ё-моё, десятый. Зачем мне эту работёнку подкинул, зачем? Только ещё этого не хватало, блин. Ладно. Раз надо, так надо, придется оформить ему репутацию. Ну так, короче, началась война с кланом Северное Братство. Так что давайте проверим, на что способен мой персонаж с данными статами. Ну так, короче, ладно, в бой.
Ну что ж, уже такая война была. Полтора миллиона урона нанес почти. Неплохо. Так, давайте пока уберем этот мод еще куда-нибудь сюда. Так, плащ. Подержу потом плащ наконец-то. Зачем хранить его? За не знаю, зачем положил сюда. Вот подадим лучше. Что там не занимал урон. Так, ладно, мы тут поиграем, все равно хорошая битва была. Ну что ж, ладно. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, а вам подписывайтесь. Даже не будет в следующем выпуске. Всем до новых встреч. Удачи.